Петров, в последнее время увеличилось количество пожаров на автотранспорте. Причиной тому является несоблюдение водителями элементарных правил безопасности. Это было выявлено в ходе проведенного рейда. Продолжение темы в следующем сюжете. За 3 месяца в огне пострадало 20 автомашин. По словам сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, водители сами виноваты. Проводимые ежемесячные акции не дают результатов. Многие автовладельцы игнорируют правила безопасности. А какова статистика? За истекший период 2021 года на территории Атрауской области зарегистрировано 88 пожаров. 20 пожаров из них, то есть 22%, зарегистрированы на автотранспортных средствах. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года наблюдается снижение пожаров на 28 пожаров. Тем самым это на 10% идет снижение. Основной причиной возникновения пожаров является неисправность электрооборудования, а также электроприборов на легковом и грузовом автотранспортах. Также на легковом автотранспорте у нас зарегистрировано 13 случаев возгорания, на грузовом 5 случаев, на автобусах 2 случая. На данных пожарах жертв пострадавших нет. Да, есть много людей, которые не соблюдают простые правила безопасности. Такие факты фиксируются во время специального рейда. В одних случаях пожары на автотранспорте возникают из-за короткого замыкания электропроводки, а в других из-за неисправности установок автоматического запуска двигателей. В ходе рейда мы выявили, что у многих в автомобилях нет первичного средства пожаротушения. Большинство водителей не соблюдает элементарных правил безопасности. Береженного Бог бережет, поэтому желательно содержать двигатель в чистоте и соблюдать другие простые правила. Айрат Кынжылдыз, Жаруга Шалгасов, Жанар Сагынышкызы, телеканал Атырау.